Киркоров сбежал с Арбакайте в США, Пугачева в ярости. Поп-король уводит певицу из-под носа мужа. Ни для кого не секрет, что до брака с Максимом Галкиным Алла Пугачева была замужем за Филиппом Киркоровым. Несмотря на это, бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения и до сих пор поддерживают общение. Сейчас Примадонна счастлива шоуменом, а вот поп-король остался в одиночестве, хотя и завел двоих детей. По слухам в СМИ, чувства Филиппа Бедросовича к Алле Борисовне так и не остыли. Тем не менее, кажется, он нашел, как справиться с тоской. Из инстаграм-профиля артиста стало понятно, что он вместе с детьми отправился в американский отпуск. Однако только вчера стало известно, кто еще поехал с ними. Оказалось, с собой Киркоров повез Кристину Арбакайте и ее семью. Стоит отметить, что она часто появляется на его видео в сторис, как и ее дочка. А вот ее мужа Михаила Земцова он показывает крайне редко. Похоже, на отдыхе Филипп хочет как можно больше времени проводить с Кристиной. Создается впечатление, что он общается с ней вместо Пугачева. Впрочем, это может быть не совсем так, ведь их уже и раньше подозревали в тайном романе. Тем не менее, вряд ли муж Арбакайте будет долго терпеть близкую дружбу жены с Киркоровым, если только последний не оплатил всю их поездку.